С начала года в Чувашии построено 6175 квартир, сообщает Чувашстат. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья к началу сентября свыше 350 тысяч квадратных метров, или 102% к уровню аналогичного периода прошлого года. Большая часть, 273 тысячи квадратов, приходится на долю организации застройщиков, 80 тысяч – индивидуальное жилье. Всего на 2018 год запланировано ввести в эксплуатацию не менее 620 тысяч квадратных метров.